естественно. Выбирала очень тщательно, добросовестно, все изучала, все это самое. Очень говорила, в некоторые компании откидывала, кое-где брала. Брала кольцовская, левестовская. В аптеку не хожу больше 20 лет. Лечусь сильно, потому что у меня серьезное заболевание. Потом, когда я потеряла кардицепс, который я брала в Китае, он мне нужен, я его всегда пила. Я его потеряла, начала искать. Оказалось, он у Ольги Николаевны в Биозане. Я его купила раз, купила два. Потом решила посмотреть каталог, полистать. Полистала каталог, сразу решила посмотреть маркетинг. В сетевых, там, где я раньше была, я говорю, я не работала. И когда я посмотрела маркетинг, любитель считать, я сразу решила, что здесь я вот этот кардицепс за 1300 буду брать бесплатно. Это однозначно. Для этого все, что я себе беру на 5000, мне сразу подарочный счет 2500. 50%. 50%. От 5000 ровно 50%. А чтобы добрать вот на те деньги, которые я буду, с моего заказа, я получаю только подарочный. То есть я дальше должна пойти ножками, рассказать Марине, рассказать Гале, рассказать Вере. Кому-то, да, Тони, это Вера, это моя сестра. Она не рассказала мне, она сказала, я тебя подписала, работай. И правильно, молодец, Люба.